последняя договоренность. Ну да, нарушил сумму, можно же сейчас все исправить. Антон, насколько реально это важно? Это, ну типа, насколько надо... Почему ты, если у тебя в голове это так забито, это не значит, что я так думаю? Почему? Почему ты свое мнение привязываешь ко мне? Почему? Тебе все равно, ты об этом не думаешь, ты меня не любишь. Почему ты из своей башки это берешь и на меня перекладываешь? Почему? Ты же не знаешь, как я на самом деле чувствую. О чем я думаю? Ты же не знаешь. Зачем ты обо мне это говоришь? Для чего? Вот есть ты, который обещания давал и их не сдерживал. Ты говоришь, я предлагаю выходы и варианты. Ты предлагаешь те варианты, которые не сработали. Хорошо, если ты мне не веришь, давай разводиться. Вот что ты делаешь.